вызывает сомнений, что испытания лабиринтом прошли успешно. Еще рано говорить, но они могут быть ключом ко всему. Пришло время начать вторую фазу. Добро пожаловать в жаровню! Судьба человечества висит на очень тонком волоске. За этой дверью вас ждет совершенно иная жизнь. Эй, Томас, были еще лабиринты? Что ты помнишь о пороге? Что меня отправили в лабиринт. Что видел, как мои друзья умирают у меня на глазах. Разве ты не хочешь понять? Что понять? Почему это произошло? Я только хочу знать, на чьей ты стороне? Они что-то скрывают. Брось, с чего ты взял? Они лгали нам. Мы не сбежали. Это все было частью их плана. Что им нужно от нас? Томас! Лабиринт — это одно. Но вы, детки, и дня не продержитесь в жаровне. Что это? Ход ваших жизней определит путь всего человечества. К свету или во тьму. Хочу, чтобы вы учились здесь. У вас есть талант, но за учебу надо платить. Я не получаю финансовую помощь. Я должен заплатить 60 тысяч через неделю? Я без штанов останусь. Добро пожаловать в реальный мир, мистер Фёрст. Ты хочешь заработать на учебу игрой? У меня нет богатого папаши. Тебя обули. Такое вообще-то не принято. Айвен Блок владеет крупнейшим сайтом онлайн-покера в Коста-Рике. Ты едешь в неизвестную страну с неизвестным тебе языком. Ты что, совсем рехнулся? Я Айвен, Ричи Фёрст. Это казино. Почему казино? Казино всегда выигрыши, поэтому нам нет смысла обманывать. Значит, я прав или ошибаюсь? Нет, наша система была взломана. Ты заметил это? Пришел ко мне. Вот тебе за хлопоты. Ну и если хочешь, можешь остаться и заняться серьезными делами. 1.5 года, и у тебя сумма с 6 нулями. Устанешь тратить. Что думаешь? А что тут думать? Я агент Шейверс. Что, ФБР начало похищать людей? Взятки. Рэкет. Ты даже не понимаешь, во что на самом деле ты вляпался. Почему меня трясет ФБР? Ты что, делаешь что-то нехорошее? Ты скажи. Алло, есть дельце для тебя. Дружище. Передай своему боссу привет от меня. Блок, ты подставил меня. Это твоя работа. Хочешь работку поспокойнее, иди на почту. Хочешь чистую совесть, открой богадельню. А хочешь иметь остров, и босс говорит, сходи, получи по мозгам. Иди и получай, а потом вернись и спроси его, еще сходи. Достань компромат на Блока. Одному мне из этого не выбраться. Это крокодилы? Да. Похоже на тех, кто хочет урвать кусок от моего пирога. Ну и что ты сделаешь? Привет, Лиза. Ее не Лиза зовут. Я в курсе, но если буду все время говорить «Привет, Лиза», она подумает, что я встречался с девушкой, как две капли на нее похожей. И ей обязательно потребуется получить такое же внимание. С этой минуты она моя. Вот черт. Почему ты хочешь торговать лекарствами? 100 кусков зелени в год, вот почему. Привет, девочки. Здравствуй, красавица. Ну-ка. Есть еще один. Если пациент спросит, ты интерн. Здравствуйте, я доктор Найт. А вы кто? Джейми Рэндалл, интерн. Что ж, давайте взглянем. Обманщик! Я рубашку при тебе расстегнула! Господи! Черт! Слушай, я извиняюсь. Может, по чашечке кофе? Прямой взгляд, располагающая обстановка, ну ты и мастер. Ты всегда такая злая? Вообще-то я была предельно милой. У тебя потрясающие глаза. Это все? Все, что ты можешь выдать? Тебе же не важна связь.
Даже секс не важен. Это возможность час-другой побыть вне образа. И мне плевать, потому что я хочу того же. Почему у тебя нет парня? Давай без обязательств. Я только за. Алло? Мне нравится слушать твой голос. Нравится слушать твой голос? Тебе что, пришельцы мозги прочистили? Говорят, скоро запустят лекарство для стояка Виагру. Отдай его мне. Это революция. Я выписал 2000 рецептов только за этот месяц. Ты твердо в этом уверен? Твердо или нет? Ну, держись. Этой осенью. Ты славный парень, но ты летишь вперед. 600 девок с радостью обсудят с тобой технологии продаж. Зачем тебе обуза? Она отвергла тебя, вот почему ты так запал. Ты нужна мне. Ты мне будешь нужен еще больше. Порой в нашей жизни появляется тот единственный человек и меняет все наши представления о себе. Джейк Гейнхолл, Энн Хэтэуэй. Любовь и прочие лекарства. Прости, я знаю, сейчас поздно. Господи! Боже! Отвернись! Осенью в кинотеатрах. Я Уилл Коулсон. Мы работаем сегодня вместе на поезде 1206. Что-то не так? Никогда не любил работать с детьми. А я в доме для престарелых. И что с того? Ладно. Здесь не учеба, здесь не двойки ставят. Здесь гибнут. Женат? Типа того. Долгая история. А вы женаты? Две дочки красавицы. Развлекаешься? Что делаем на железнодорожном переезде? Стоим, смотрим, слушаем. Неуправляемый поезд въезжает в густонаселенный район без тормозов? Да. 1206. Слушаю. По северной ветке идет неуправляемый поезд. Своим ходом? Он идет прямо на нас. Какой там груз? 8 вагонов с опасными химикатами. Это не просто поезд. Это ракета размером с небоскреб. Где этот поезд? Точно не знаем. Так узнайте! Осторожно! Ситуация ухудшилась. По 16-му пути 150 детей едут на экскурсию. Такая махина на такой скорости снесет все на своем пути. Радиус возможной катастрофы от 30 до 60 километров. Остановить его можно, только схватив за хвост и дав полный назад. Ты со мной? Хочешь погибнуть? Гибни, пожалуйста. Как знаешь. Подожди. Я не буду рисковать компанией из-за желания машиниста поиграть в героя. Я это делаю. Ради тебя. Это Уилл Коулсон, ваш кондуктор. Мы остановим эту тварь. Папа. Девочки, я люблю вас. Поезд набирает ход. Мы слишком разогнались. Тормоза отказали! Хочешь, закрой глаза. Знаешь, а ты отлично умеешь подбодрить. Мы дома! Люси, ты раньше видела этот корабль? Он словно из Нарнии, правда? Что здесь происходит? Эдмунд, картина! Стой, Юстас, стой! Приветствуем короля и королеву Нарнии! Репетит! Ваше Величество! Какую дыру меня занесло! На покоритель Зари! Что я не так сказал? По величайшему роману Клайва Льюиса. Аслан! Вы прошли долгий путь, но это только начало. Смотри! Путники Нарнии, я ваш проводник. Вы так красивы. Если вас это так смущает, я изменю облик. Нет! Вот источник ваших бед.
Это ведьма? Он намного могущественнее ведьмы. Он крадет свет этого мира. Как его остановить? Этот меч нужно возложить на стол Аслана. Тогда он обретет истинную силу. Вас всех ждут испытания. Эдмунд, идем со мной. Я сделаю тебя королем. И даже больше. Мой король. Нет! Эдмунд! Вперед, навстречу судьбе! Интересно, что там? То, что даже не представить. Судьба Нарнии зависит от вас. В декабре в формате 3D. Русских есть спутник-шпион. Что он снимает, мы понятия не имеем. Что это за космическая программа, которая до космоса не добралась? Отправляй нас наверх. Из-за этой колымаги мы все останемся без работы. Тогда иди пешком 20 километров. Или на автобусе на местах для черных. Мы отправляем человека в космос. Если будем торопиться, он сгорит при посадке. Нужны вычисления, нам еще недоступны. Найдите мне математиков, пока русские не воткнули свой флажок на Луне. У вас есть документы? На СССР. Не знал, что у них. В космической программе тоже работают женщины. Группе испытаний нужен математик. Возьмите Кэтрин. Она с цифрами на «ты». Там никогда не было цветных. Вы что, смеетесь? Это мусор со вчерашнего дня. Простите, я не убор. Вы должны быть инженером. Я негритянка. Несбыточные мечты не для меня. Я стою под космической ракетой. Куда уж несбыточней. Система обработки данных IBM. Надо уметь программировать ее. Отлично. Это Джон Гленн. А вы чем занимаетесь? Расчетом ваших траекторий. Да, без цифр нам никуда. Перестань пялиться на белых мужиков. У нас свободная страна. Имею право любоваться любым цветом. В НАСА не назначают женщин на должность инженера. Как только мы вырываемся вперед, я хочу присутствовать на совещании. Женщины не допускаются. Они отодвигают финиш. Скажите спасибо, что вас вообще взяли. Даже не представляю, справлюсь ли я там. Кэтрин, никто не делает расчеты лучше тебя. Ты там будто целый месяц сидела. Мне тоже так показалось. Вас вечно нет на месте. Где вы постоянно шляетесь? Туалет для цветных в километре отсюда. Мы идем к успеху либо все вместе, либо никак. Более 50 миллионов человек следят за запуском. Джон, компьютер ошибся. Пусть девочки пересчитают. Мои девочки готовы сделать это. Полковник Гленн. Рад, что НАСА использует силу человеческого интеллекта. У Дружбы-7 возникли некоторые технические проблемы. Снаружи огненный шар становится жарковато. Это главная битва нашей жизни. Дружба-7, как меня слышите? Прием. Оплатить кто будет? Эй, давай. Ты чего? Так нельзя. Она фанатка Людей X. Тут на три четверти брехня. Не так все было. В реальном мире люди умирают. Логан. Не хочу об этом говорить. Логан. Все. Будь осторожен. Мне нужна девчонка. Ты о ком? Приведи ее. Нет.
Охренеть. Вы с ней похожи. Очень похожи. Я не тот, кем ты меня считаешь. Ей нужна наша помощь. Кто-нибудь найдется. Я думаю, уже нашелся. Так выглядит жизнь. Люди, любящие друг друга. Дом. Не спеши. Почувствуй это. У тебя еще есть время. Два дня в пути, один раз ели, почти не спали, ей 11, а мне-то, блин, 90. Что случилось? Из года в год вы приходите на семейные торжества и все портите. На свадьбе сестры вы должны быть с девушками. А то, когда вы один на один, вы слетаете с катушек. Да нифига мы не слетаем! С каких еще катушек? Мы не подведем Джинни. Надо найти нормальных девчонок. Но вот где? Что? Мы сделаем нечто потрясное. Это Майк и Дэйв Стенглы. Им нужны спутницы на свадьбе сестры на Гавайях. Отличный шанс поехать на Гавайи на халяву. Мы ищем хороших девушек. Воспитание хрен найдешь. Они уходят. Так и задумано. Все в порядке? Теперь да. Я спас ей жизнь! Она жива! Она жива. Я спас ей жизнь! Я... Бабушка, это Элис, она жутко умная. Это Татьяна, она учительница. Детям надо все по 100 раз повторять. Они невероятно тупые. Сыграем в боча? Ну что, поддадимся? Ни в коем случае, но сразу их рвать не будем. Дадим им проиграть с достоинством. Мы победили! Таня! Тут есть охотница за членами. Вы что, там порно смотрите, что ли? Нет. И еще крестный сосед. Но мы вряд ли врубимся, раз не смотрели крестного отца. Кто они такие? Они же не должны нас позорить. Блин, да она Супермен! Теперь ты, Майк! Да куда тебе? Они могут, значит и я могу. Ложись! Не ужасно. Просто Барби после пожара. Под стать черному Кену. Дорожайшая королева, вы безумны. Дарите мне дворец. Это жуткая расточительность, миссис Морли, идет война. Мы победили? Еще нет, надо продолжать. О, а я и не знала. Королева необыкновенный человек. Они все пялились, да? Я не видела, но я знаю, я слышала слово «жирная». Жирная Анна. И уродка. Нет, даже я этого не говорила. Ее преследует трагедия. Все покидают меня и умирают. Я надеялась, что вы дадите мне работу. Хоть какую. Чудищем, детям на забаву. При дворе важно заводить новых друзей, не так ли? Вы так прекрасны. Прекратите насмехаться. Будь я мужчиной, я бы набросилась на вас. Вы стали близки с Абигейл. Она подлая дрянь. Вы ревнуете. Прогоните ее. Я не хочу. Подстрелим что-нибудь? Порой трудно запомнить, зарядила оружие или нет. Я должна контролировать ситуацию. Бросай! Я сама за себя.
Всегда. Расположение сильных, как переменчивый ветерок. Миг, и вы снова оказываетесь среди грязных шлюх. Оказалось, я способна на большие гадости. Ты что, посмотрел на меня? Смотри на меня! Как ты посмел? Закрой глаза! Я не дам вам уничтожить меня. Вы наслаждаетесь всем этим, да? Иногда приятно быть королевой. Если не уйдете, я начну вас бить. И не остановлюсь. Моя милая, я рада, что вы вернулись из... А, да. Уверена, и вы окажетесь там однажды. Скорее, скорее, опаздываем. Пап! Сейчас. Привет, Бенджамин. Здрасте. Пока. Пока, папочка. Я думаю, это вам троим. Спасибо. Или нам четверым? Фильм основан на реальной истории. Слушай, Рози, а у меня хоть что-то получается? Ты красивее других пап. У них уже нет волос. А у тебя есть, это здорово. Режиссер Кэмерон Кроу. Хотя бы попробуй начать все заново. Постараюсь попробовать начать заново. Солнечный свет. Радость. Я благодарю вас за прекрасное время, проведенное вместе, и ухожу. Как раз то, что мы искали. Тут все не так просто. Что вы имеете в виду? Зоопарк. Ура! Этой зимой... Я буду здесь жить. Будьте непредсказуемы. Добро пожаловать в ваш зоопарк. Это то, что хочешь ты, а не я. Безрассудный. Пусть я капитан очевидность, но все-таки ты спятил. Продавец сказал, что для управления зоопарком специальные навыки не требуются. Нужна лишь любовь. Дайте волю желаний. Вам точно понравится новый загон. Здесь нужен ответственный руководитель, иначе нам, животным, настанет конец. Я хочу, чтобы дети прониклись духом американской глубинки. Остановись, пока дело не дошло до зебр. У нас уже есть две зебры и лев. 47 видов животных. Он не выдержит. Мэтт Дэймон, если вы останетесь со мной, я пойду до конца. Что ж, я согласна. Скарлетт Йоханссон, ты невероятно красивая. Не обижайся, что не клеишь. Обиделась, если бы было наоборот. Спасибо, наверное. Томас Хейден Чёрч. Звери ничего, но люди вокруг тебя самые лучшие. Достаточно 20 секунд безумной храбрости. И я тебе клянусь, результат будет потрясающим. Мы купили зоопарк. Идем? Зимой в кинотеатрах.